Господа, как вы думаете, что это может значить? Это может значить только одно. Хуже да. Молиться? Или не молиться? Ну, читай мне канат. Канат дома есть, да, недалеко. Чуть не улетели, привет. Почти улетели. Перевернулись бы жестко. Да, приветствую. Наконец-то руки дошли до первой серии. Уже много поснимали серий, но просто пару видеофайлов удалилось. Вот. В Крыму наконец-то пошел снежок, машинка вся в снегу, и мы решили понаваливать. Потрифтить, значит. Но так как четверка почти восстановлена в идеал, как бы на ней жалко дрифтить, такая рабочая лошадочка, нам нужна другая тачка, и подфартило нам, в общем, приобрести новый автомобиль. Сейчас я вам его покажу. Ну, конечно, к сожалению, он уже не в таком состоянии, в котором он приобретался. Ну, так же, как эта четверка. Но все равно я попытаюсь передать ту атмосферу, как все начиналось, рассказать вам. В общем, погнали. В общем, такой вот автомобиль. Давайте я вас с ним познакомлю. Итак, это троечка у нас 79 или 80 года рождения. Вот этого, конечно же, всего не было. Было она почти в идеальном состоянии. Бампер шел в придачу, в салоне. Не успели мы установить его. Как бы, в общем, вот все вот так. Это мы вчера уже все побили ее. В общем, что же у нас в салоне, господа? В салоне у нас бардак. В общем, как всегда, в любой купленной тачке такое вот состояние. Жуткий огонь, все такое, чехлы, талонки, шмалонки. Фильтрак, сзади валяется здесь. Конечно, здесь уже немножко все преобразилось. Но, в общем, не суть. Вчера еще шампунь нашелся при ударе об подлоге. В общем, что у нас по капотику, я вам сейчас тоже покажу. Капотик тоже открывается. Шикарно, шикарно. В общем, расскажу вам вкратце, что здесь было. 5 февраля, значит, ночью, родилась эта идея, так как появилось объявление. Сейчас я вам попробую заскринить его, вставить. Видосик и ну что, давайте я вам рассказывать, что там было. Хозяин писал то, что здесь не работает второй и третий цилиндр, компрессия 0, в первом 8, в четвертом 10, либо наоборот. По факту это выявилось все враньем. Ну как бы в первый, второй и третий реально не работали, но двигатель запускался, стучал, пердел, тарахтел. В общем, здесь я уже сделал головку. Ну да, видео как бы удалилось там, где все было разобрано. Поэтому буду пытаться вставлять моменты ремонта. Вот, карбюраторная, значит, версия у нас. Двигатель 21011, не копендосовский, башка тоже 1110. В общем, уже стоит вакуумник. Да,
это вот мы вчера бахнули, Сань, по-моему, до стакана, представляете, удар был. Насколько? Кровь зашло сюда. Вот. Что еще? Тёка антифриз такого, вода. С карабаса, ну, оттуда вот, кто знает, в общем, с той дырки. Там, где пробки сзади. Вот. И, в принципе, все. Мы ее притянули с Субарёмся. Да, Санёк, сейчас вот вставлю. Вон эти гайки, чтобы не крутились. Кастрюля здесь была просто так одета, все болталось, вообще. И после этого все началось. Отвёз все башковую фрезеровку, притер клапана, проточилось. Т-образные клапана сейчас здесь стоят, а-ля такие самодельные. Вот, залит. Антифриз, антифриз. Дальше пройдемся, пойдемте, я вам покажу. Также колесо ему вот так вот бахнули. Бензобак зачнулся. Улетает. Летает, полетает. Обшивки уже я тут все демонтирую потихоньку, так как я решил снимать первую серию сразу и наводить порядок. Потому что в беспорядке тяжело дрифтить. Да, все скрипит. В общем, прекращаем шуметь. Идемте в салончик. Далее, что вам еще рассказать, господа? В общем, 5 февраля мы приобрели, ну, 6-го, данный автомобиль. Мы уже проехали на нем 50 километров, я проехал 17 было после того, как мы его притянули, и вот остальное он уже едет своим ходом. Что вам еще сказать? Ну, здесь есть, короче, музыка, вся херня, вся лабуда, потроха всякие. И вот я решил навести наконец-то порядок, здесь все это поотрывать. Так как это все, ну вообще нахер не надо. Все тут у нас это воняет, пыль, страшно. Фильтр салона нашелся. В бардачке у нас тоже там вообще аларма находится. Духи, которые прут вообще на весь салон. Зеркало, которое мы будем тоже устанавливать с вами обязательно. В общем, все вот так. Это я. На улице минус 7. Что у нас тут еще под сиденьями, как вы думаете? А тут ни хера нет, только куча мусора. Оригинальные обшивочки. Ну, в общем, ребята, приводим в порядок. А, также я вам забыл рассказать. То, что тут сидуху я уже немножко отребил, дел. Тут просто такая дырка, и ты когда садишься, жопа садился аж на ковроли. Да, по порогам вообще тачка живая, по домкратникам, по лонжеронам все в идеале. Ну, было. Кузов был вообще изумительный. Вот. В общем, такие дела. Не переключайтесь. Так, господа, продолжаем. В общем, про колесо свое здесь убрался и совсем по-другому съел. Автомобильчик преобразился. Хотел подремонтировать наше сиденье, но вот. В итоге забил просто на него. Вот. Вот так немножко уже намусорили мы здесь. Все чистенько, стерильненько. Также приезжал Санек. И в комментарии напишите, похвалите его. Он мне тут помог с рихтовкой. Ну как помог? Вернее, он рихтовал, а я ему помог. Задок почти восстанавливали. Ну так, грубо. Помогали. Вот здесь повыбивали, но вмятина такая сложная. Вот. Потом здесь чуть-чуть повыбивали. Ну, это крыло начали делать, просто уже очень холодно. Цель была просто, чтобы колесо не загибало. Теперь все отлично. Геометрию грубо восстановили, а вот все остальное, да, в таком печальном состоянии. Как бы хоть уже здесь нормально все, то вообще зажато было. Уже хоть ровно стоит поворотник, а то он вот так стоял. Ну, в общем, вот так, тачка, в принципе, уже готова на новые. На новые, так сказать, подвиги. Да, просто серии у нас, грубо говоря, немножко перепутались. Далее будет вторая серия, как мы ремонтируем двигатель, головку, потом выезды первые. Вот, просто все смешалось, и поэтому вот так. Мы спешили к первому снегу все успеть сделать. В итоге у нас уже, ну, мы успели. И вчера был снег, гололед, мы ее бахнули.
В общем, вот так, господа. Также все напишите в комментарии, как вы думаете, что дальше делать нам с этой машиной. Разыграть, сжечь, распилить, либо сделать ее под дрифт, какие-то проекты свои предлагаете, идеи. Много людей писало, что хотят продолжения системы экономии топлива, правильно бензина. Можно замутить на карбюратор такую штуку. Что угодно, в общем. Разварки, вылет, выворот. Ну, там сделать с колеса, не знаю, что угодно. Ну, все, всем пока. Вставляю пару интересных моментов, чтобы заинтересовать со вчерашней поездки. Все, подписывайтесь и ждите остальных. Ну, не так, вернее сказать, ну, в общем, весь проект будет зависеть только от вас. Какие будут у нас дальнейшие действия, что будет дальше происходить. Предлагайте, голосуйте, что-нибудь новое там, все такое. Также с этим рулем, что сделать, ставить так или все равно потратить. В общем, все идеи, там тонет, не тонет, занижение, не занижение, там кавриолет, ну, перевернуть ее там, я не знаю. Все будет зависеть только от вас. Ждем новых предложений. Всем пока. Также подпишитесь на Instagram, там выходят сторисы, и быстрее всего, что с ним происходит. В общем, до свидос.